теоретическом факультете была очень интересной, насыщенной, временами сложной. Но мы ни разу не пожалели, что поступили именно сюда, и благодарны всем преподавателям за 4 года, проведенные вместе. Мы поступили в МПГУ, потому что знали, что мы всегда хотели стать лучшими учителями и знали, что лучший университет — это МПГУ. Хотелось бы сказать большое спасибо институту, в котором мы получили образование, бакалавриат, и сказать спасибо всем преподавателям, которые нас обучали, дали нам знания, и всем людям, которые нам помогали. На матфаке учителя неравнодушные, помогают студентам. Поступайте на матфак. В университет я поступила, потому что с детства мечтала стать учителем математики, и благодаря МПГУ эта мечта осуществилась. А я поступила на направление математика, потому что математика мне нравилась еще в школе, и я хотела продолжать ее изучать дальше. Здесь были прекрасные 4 года. Я пережила множество ярких и незабываемых моментов, которые я всегда буду вспоминать с теплотой в душе. Также были сложные моменты, когда что-то не получалось, хотелось опустить руки. Но здесь я научилась не сдаваться, а идти к своей цели, и это меня закалило. Я хочу выразить благодарность педагогическому составу, особенно кафедре геометрии. Я ее очень полюбила, и они очень много дали мне в жизни, особенно как надо преподавать, как надо относиться с душой к своему предмету, видеть красоту в геометрии, в математике в общем. А мне больше всего понравилась кафедра математического анализа, потому что этот предмет достаточно сложный, но наши преподаватели преподносят материал таким образом, что все становится понятно и интересно. В институте много есть разных мероприятий. О всех мероприятиях нам сообщает наш деканат. В нашем институте есть математический кружок при Малом Мехмате. Там мы детям помогаем освоению программы каких-то олимпиадных задач. У нас есть прекрасная библиотека, которая поможет с выбором книг. Мне нравится. Все, нам все нравится. Поступайте к нам на матфак!